И снова здравствуйте, Blender 2.8, погнали разбираться дальше, как работать в этой программе. И добьем все-таки, давайте, вот именно прошлые темы, ребра, вершины, полигоны, грани. На примере будем разбирать именно топора, которые я нашел на канале Игрострой. Все классно там объясняется, можете зайти, Игрострой называется, зайдите, посмотрите. Так, снимаем баннер, убираем левая кнопка мыши, остается у нас куб, вот так. И переключимся теперь на трансформ, и трансформом вот так вот все это дело повытягиваем, колесико зажимаем, и вот так все это дело гизмо уплотняем. Крутим, вертим, смотрим, толстая заготовка, еще немножко ее уменьшаем. Переключаемся на Select Box, добавляем теперь Loop Cut, верхнее ребро вот это ловим и перетягиваем где-то вот сюда вот так, Loop. Следом ребро верхнее ловим, уводим чуть вдаль и опять же ставим еще один Loop, где-то, наверное, ну вот тут, вот так вот. Снимаем выделение левой кнопкой мыши, щелчок, переключаемся на Select Box. Снимаем выделение, опять дублируем левая кнопка мыши, переключаемся на ребра или на полигоны. Ну давайте на вершинах сначала поработаем. И нажимаем B и выделяем вот этот верх весь. Выделяются, вы видите, что вершины, и выделился сразу полигон. Теперь заходим в Transform. Приподнимаем вот эту вот так часть. Вот таким вот образом. Следом жмем B. Выделяем вот эти вот тоже вершины. Если не все выделились, включаем Show X-Ray. Ctrl-Z. Зажимаем колесико, жмем B. И повторяем вот эту операцию. И немножко все это дело вот так вот приподнимаем, снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши, опять же B, выделяем вот эти вершины, вот так вот, и теперь с помощью Transform можно все это дело вот так вот увести чуть вниз, вот таким вот образом. Все это сделано, заготовка прикольная. Переключаемся на ребра и выделяем верхние ребра. Shift, левая кнопка мыши, Shift, левая кнопка мыши. И вот так потихоньку, щелкая на каждое ребро, если где-то промахнулись, не беда, повторится. Вот так все это дело. Можно даже отключить Show X-Ray, чтобы виднее было. И вот так все это дело. Shift, левая кнопка мыши. Выделяем все сразу, и верхние, и боковые, все сразу округлим. Ну вот такое что-то получилось. Смотрим, чтобы нигде ничего не забыть. Вот он пропущен одно ребро. Все вроде выделено. Ну и следом давайте нажмем так, Ctrl-B. И немножко вот так заготовку округлим. Немножко прибавим вот так вот где-то. Смотрим, что да как. Вот один не выделен тоже. Ни одно ребро не выделено. Ctrl-Z. И опять же Shift, выделяем ребро. И вот это ребро тоже. Жмем Ctrl-B и тянем все это дело, заготовку вот в таком духе. Потихоньку.
И придаем колесиком, крутим, добавляем вот эти вот закругления. Ну, в принципе, неплохая вышла заготовка. Все прикольно. Добавляем теперь именно топорище. Так, вот эти вот верхние тоже можно немножко, наверное, поднять. Выбираем вершины. Опять же жмем B и выделяем только вот эти вот верхние вершины. Жмем Transform и немножко еще кверху. Вот. Нажимаем теперь Shift-A и нажимаем куб. Добавляем вот так вот куб и с помощью ротации, Rotation, Transform, вот так все это дело перетаскиваем. Немножко все это дело вытягиваем вот до такого. Ну и немножко сделаем поменьше. Вот таким вот образом. Немножко перетянем кверху. Смотрим, как он установился. Немножко его можно еще потянуть за квадратики, сплюснуть. Ну и немножко приподнять. Вот, чтобы вот эта была штука нормальная. Снимаем выделение, левая кнопка мыши. Переключаемся на полигон. Выделяем нижний полигон и жмем клавишу E. Экстрадируем вот до такого где-то. Ну и давайте объединим теперь вот эти вот вершины. Сделаем топорище именно заостренным. Снимаем выделение, переключаемся на вершины, выделяем одну вершину, Shift зажатая вторая вершина. Нажимаем Alt-M и жмем от центра. Снимаем выделение левой кнопкой мыши, выделяем теперь опять же вершину одну, левый щелчок левой кнопкой мыши, и Shift зажимаем, вторую выделяем. И опять же Alt-M и от центра. Все, вот здесь заостренно. Теперь давайте немножко все это подтянем, вытянем. Вот так все это дело побольше. Снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши, выделяем вершину. Вершина включена здесь, не забывайте. И вот так это все дело опять же вытянем. Ну и давайте придадим теперь закругленность вот этому топорищу. Переключаемся, снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши. И теперь Loop Cut включаем. Выбираем верхнее ребро и вот так вот где-то вот сюда поближе подтягиваем один. Вот сюда ставим второй. И также их располагаем тут приблизительно опять же вот так. Отключаем Select Box, включаем и выделяем теперь вот эти вот вершины. Можно выбрать полностью ребро. Снимаем выделение, выделяем нижние. Ну и попробуем теперь трансформ включить и их вот так вот потянуть. Тянутся все. Значит, нужно выбрать вершины. Выбираем вот эту вершину, вот эту. Ну, две вершины пока хватит. Давайте их потянем. Трансформ. И вот так. Чуть-чуть подальше. Снимаем выделение, щелчок, выделяем одну вершину и выделяем вторую. Shift зажатый и немножко вот так вот подгоняем. Вот. Вот теперь более-менее округленный. Можно еще тут, конечно, луп добавить. Вообще будет классно. Вот так посередине. Снимаем Select Box. Выбираем вершину. И опять же попробуем немножко ее подтянуть трансформом. Вот, где-то так, вот ее и не хватало. Ну, вот такая получается штукенция. Следом переключаемся на ребра и выделяем вот эти все ребра. Shift левая кнопка мыши, Shift левая кнопка мыши, вот таким вот образом.
Ну и можно попробовать вот эти тоже закруглить. Посмотрим, как это будет выглядеть. Чисто ради эксперимента. Так, не забываем ни одно ребро. Ну вот где-то так. И нажимаем Ctrl-B. Немножко тянем и немножко все это дело округляем. Вот так вот. Ну и давайте применим теперь сглаженность. Сгладим теперь наш вот этот топор. Ну и давайте теперь выделим, наверное, вот эти вот низа, переключим, ну вот, где топорище. Переключимся теперь на вершины, включим теперь шоу X-Ray, и теперь можно именно нажать B и выделить вот эти вершины. Вот так. Теперь заходим в Ctrl-E, находим Mark Sharp, вот этот, Ctrl-Z. Посмотрим, что тут еще есть. Ctrl-E. Vertexы. Вот так вот можно сделать. Vertexы. Ctrl-Z. Ctrl-E. И Mark Sharp. Выделяем. Заходим в вот эту функцию Object Date. Находим Normals и жмем After Smooth. Вот такая штука. Object Mode. Снимаем выделение. Прикольный получился топор. Вот такая штукенция. Ничего такого сложного. Все, всем пока, до свидания. А дальше уже ваша фантазия над этим топором. Можно его вертеть, крутить, как хотите, добавлять больше лупов, где-то в какие-то формы, пышнее делать, сказочнее, раздвигать в разные стороны топорище, делать топорище огромным для какого-то персонажа сказочного, или более делать реалистичным. Ну вот, где-то такая информация. Все, всем пока, до свидания.